Здравствуйте, дорогие зрители, друзья, приветствую вас на своем канале. Кто первый раз пришел ко мне на канал, я хочу представиться. Меня зовут Оля. Мы приехали в город Пермь, магазин, торговый центр «Планета». И я вас приглашаю. Küchenland Home. Прекрасный, роскошный, шикарный магазин. Хочу вам подарить праздника и роскоши вам в ленту, друзья. Заходим, смотрим. Варианты, как правильно и со вкусом украшать новогодний стол, друзья. И здесь же предметы для декора, для украшения. Здесь прямо пахнет роскошью, праздником, и настроение, друзья, поднимается. Еще один вариант украшения стола. Другой вариант. А посуда, друзья, одно заглядение. Не зайти в этот магазин, друзья, невозможно. А если в этот магазин вы зашли, то выйти без покупки практически невозможно. Когда я в этот магазин захожу, я погружаюсь в эту атмосферу. И всегда, практически всегда, ухожу с покупкой. Хоть с маленькой, но покупкой. В конце видео, друзья, я вам покажу, что я купила в этом магазине. Здесь все для дома, для уюта, для удобства. На любой вкус. Продавцы здесь доброжелательные, квалифицированные. Все помогут, все расскажут. Шикарные, друзья, салфетки. И далее все для праздника, все для Нового года. Новогодние столовые приборы и наборы. И еще один вариант. Украшение стола. Ну а здесь, чтобы вам было удобно и красиво на кухне работать. Золотистые, шикарные приборы. Глаз. Не отвести глаз. Но как можно уйти, что-нибудь не приобрести? Thank you.
для чистоты дома, для уборки. Все для вашего удобства, друзья. Шикарные бокалы. Друзья, цены я вам не говорю, потому что их и так видно. Можно приблизить, остановить и приблизить. Все понятно. Все видно. И еще мне понравились вот такие классные подсвечники. Стояла долго, любовалась на них, но не решилась, так как у нас кошка, думаю, вдруг разобьет. Но подумаю, может быть, вернусь и приобрету. Красота. Посмотрите. Царские, царские наборы, друзья. И еще один из вариантов — профессионально украшен праздничный стол. Хрусталь, стекло, роскошь, праздник, сказка. Наше сказочное путешествие, друзья, идет к завершению. Думаю, что вы получили прекрасное настроение. Конечно, без покупки я не ушла. Все в конце видео. Здесь и пледы, и подушки, и текстиль домашний. Будем с вами прощаться. Выходите из магазина. И с нами прощается Дедушка Мороз. Пока-пока. До скорой встречи. Здоровья. Сказочного настроения. Интересных, шикарных и нужных вам покупок. И, конечно же, встречаемся на моем канале. Обожаю я вас всех. Ваша Оля. Скоро увидимся. Пока мы были в магазине, сейчас поехали домой. Из Перми в Кунгур минус 25 градусов. По дороге домой из Перми до Кунгура уже 27 градусов. Но мы поехали дальше. Из Кунгура поехали на дачу. Уже минус 29 градусов. Эта дорога на дачу. Помните, друзья, ее? Смотрите, минус 30. Все, приехали, минус 30. Вот наша дача. А теперь долгожданные покупочки. Посмотрите, какой подсвечник для плавающих свечек. Там были разные, разные фигурки и звездочки, и всякие-всякие другие. Красота. Шикарно. Наверное, вернусь, куплю еще и еще. И каждому поставлю на салфеточку. Вот очень классно. И еще прикупила вот такой коврик для ванной комнаты. Посмотрите, какой текстиль. И там же продается, из такого же материала, продается халат. Ну, Вольф, конечно. Без тебя никак. Очень мягкий, теплый, красивый. Пока.